Бог Шанди, щедрая душа, испокон веков болотяне славились своими благими делами. То хвороста старушки привезут вместо того, чтобы газ провести, то окаменевшим блокадным хлебушком нищего беззубого ветерана покормят, то собачку утопят, чтобы барыня не нервничала. Кстати, после того случая имя Герасим вычеркнуто из украинских святцев. В общем, за благое дело московиты готовы снять с себя последние трусы. А трусы у них всегда последние, потому что живут в говне, но зато в величии. На южном участке фронта наши войска провели успешное наступление в обратном направлении. В обратном? Это как? Вообще не хотели уходить с южного участка фронта. Немножко не хватило дронов, амуниции, техники и боеприпасов. Не хватило? Бюджет нашей армии 70 миллиардов в год. За 22 года 1,5 триллиона. Плюс миллионы тонн боеприпасов, оставшиеся от любимой советской родины. Где это все? Украинские шайтаны, Дон, тоже вооружены до зубов, Дон. В смысле, вооружены? У них до 14 года не было даже патронов. Откуда? Запад и волонтеры. Кто? Серый, ты да? Я тут. Кримсько-татарские волонтеры розробили для повітряної розвідки. ППО не бачить, викликає ворків суєвірний жах. Я називаю його ковдрокоптер. Від душі. Що ще? Наші дрони закриють їм сонце. Будем довбати орків в тіні. Неблагодарні українці. Я для виживших в Сибири такие бараки построил. Хотел продать их лес, металл, землю, все. И после этого ты думал, они на букет тебе скинутся? На венок, мой фронт! С украинцами не получается, придется потусить своих. Экспроприация всех в лагеря. Пусть и шатят на армию. Ты всегда у меня идеи крал. Это ты крал. Я первый начал быдло в гулаги сгонять. Этот креатив я с Наденькой и Ёвкой Бойнштейном, в смысле с Троцким, разработал. Сосунки! Не ругайтесь. Я при помощи СМИ превратил народ в стадо свиней. Сами все дадут. Хрен тебе дадут. Только экспроприация. Посмотрим. Все будут работать на армию. Даже благотворительные фонды. Перепрофилирование. Вообще не хочу перепрофилироваться. Мы так хорошо жили. Будем собирать деньги не на дрова для вонючих бабок, а на ракеты. Аминь. Рубили рельсотрон, а вийшов хлопкотрон. Викликає в російських штабах хлопки. Назвали Бавовнотрон. Параболічний відбивач сонячного світла. Дзеркала акумулюють сонячні промені, забезпечуючи ефект лінзи. А пластуни архімедівці зі збаража змайстрували. Волонтери із Прилук розробили. І ще ми зібрали... Короче, ось. Потужно. Великий русский народ откликнулся на призыв вождя и в едином порыве собрался и собрал на кисет для табака. И на флягу. От православной творческой интеллигенции в лице Никитки Михалкова и брата его Андрония, член блаженного юродивого Прокопия Вятского, защитит от хаймерсов. От меня, пони, накроем жестью, будет танк. А с меня через дом, все чечной деньги собирали, но... Нахрена мне твоя ослиная челюсть? Это и штука, но Самсон убил льва, дом, и 1000 сифилистемлян, дом. Брюно? От Симонян и Киасаяна. Фрагмент калмы моего ковчега. Можно теперь Днепр форсировать, перелить. Ура! Сакральные артефакты. Украм теперь конец. Полнолуние. Хороший знак. Хибається одів. Я ж на стороні добра. Темний бік сили пробудили орків нас. Імперію відродити совка паскуди хотіли ці. Дух український у відповідь удар їм наніс. Я в минулому шоумен. Хотілося, щоб остання сцена була ефектною. Контрольний. Шановні українці, нам потрібна ваша підтримка, бо тільки завдяки їй ми робимо наш контент. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте мультик, ставте вподобайки, коментуйте. І якщо є можливість, підтримуйте наших аніматорів донатами. Переможемо разом! Слава Україні! Болотянам лапті!